специальный город приехали, отлично, мы вас поздравляем. Сборная Армении, а именно Тонаян Елена и Тонаян Елизавета. Сестры, представляете, как вместе они отобрались и залетели до нашего региона. Хорошую атаку произвели девчонки из сборной Армении. Очень хорошо себе помогают там обслуживать этот матч ребята, поэтому мы тоже респект. Ради Мики на шапа. Ада, Ари, Ада, Синаде. Получилось, я девчонка, из федерального округа Сибирского. Это подача, потому что подача учителя очень хорошо сорвалась девочка. Спортсменки из сборной Армении. Это первый сет. Напоминаю, что для победы нужно набрать два победных сета. Ну и узнаем, кто будет победителем. Да, просьба скорректировать очки у нас. Я неправильно посмотрел. Ведет Сибирский федеральный округ. Счет 12-9. Давайте, девчонки, Армении догоняйте. Есть, есть, набирают. После тайм-аута получается девочкам разыграть. Это важное, нужное очко. Счет 10-12. Идем вперед. Ай, досада, немножко не повезло, но не расстраивайся. Не расстраивайся, хорошо обороняется Сибирский федеральный округ. У девочек много что выходит. Ай, хорошо делают девочки. Атака удается, получается пробить блок и защищающий игрок не смог ответить. Контратаку. Счет 14-10. Есть! Есть! Удается, удается перекинуть такую злую сеточку. Тайм-аут, тайм-аут просит. Нужно, нужно сбить подачу или что-то, дать какие-то установки, чтобы преодолеть сложный этот барьер. Напоминаю, что да, действительно по динамике игры волейбол
от пляжа очень сильно отличается, но не отличается тем, что игра разбита на этапы. Вот сейчас мы с вами движемся к более-менее финальному этапу, когда будет более агрессивная игра, более сильные подачи, более сильные атаки. Как будто немножко сглазил, немножко не удается сделать верную скидочку, и счет становится 13-18 под сборной Армении. Сеточка. Разменялись по одному очку. Есть первая партия. Забирает ее со счетом 21-13 Сибирский федеральный округ. Но я напоминаю, что прямо сейчас проходит на первом корте состязание по пляжному волейболу среди девчонок, среди девушек до 15 лет между сборной Армении и сборной Сибирского федерального округа. А эти ребята будут представлять наши сборные, сборные своих стран уже на Олимпийских играх, на первенствах мира. Пожелаем им удачи и пусть у них все сегодня получится. Итак. Давайте под ваши аплодисменты начнем второй сет. Счет 1-0, сборная Армении, Сибирский федеральный. Поехали! Так, судья находит здесь ошибочку, балл уходит сборной Армении, 1-0. Есть, давайте поддержим тоже команду сборной Сибирского федерального округа. Мой коллега Александр на баскетболе заводит свою публику, мы же здесь сделаем свой крутой пляжный волейбол. Немного не хватило сил нашим участницам сделать необходимый прыжок. А я напоминаю, что пляж на волейболе самое сложное, конечно же, это песок. Это и прыжки, это и вечно попадание в глаза. Надеюсь, девочек все получится. Так. Есть! Получилось! Наконец-то удалось у девочек пробить защиту сборной Сибирского федерального округа. И они набирают нужный себе балл. Давайте, сборная Армении, мы за тебя! Поехали! Немного не удалось. Пробить пока что не хватает. Нужно собраться. Ирине, Лизе, давайте, девчонки. Сибирский пока уверенно делает вторую партию. Заходит хорошо на эту игру. Есть! Вот, наконец-то удалось ее пробить. Отлично. Недавно говоря с тренером сборной Армении, он говорил, что у нас таких ветров нету. Надеюсь, девочкам приморская погода благоволит, и у них все удастся в этой игре. Как
как немножко тяжело было рассчитать эту траекторию. Есть, получается сборная Армении все же забирать нужные победные баллы. Смена полей, да, разыграны вновь 7 очков. Напоминаю для тех, кто еще не знаком с правилами волейбола, пляжного волейбола. Каждые 7 очков, неважно, 7-0, 6-1, важно. Разыграны 7 очков, команды меняются полями. Круг подают девчонки семьи Колоян. Все у них выходит. Удается проводить девчонок. Я не забираю свою очки. Черт, вы не офигели. Ой, какая скидка. Как получилось? Выходит у Елены и у Лизы. Синий, такая активная защита. Хорошо отыгрывает. Надеюсь, это очень поможет им во втором сете. Получается, девчонки пройти. Наконец-то сибирский возвращается в свой облик, в свою категорию весовую. Давайте, девочки, мы с вами готовы выйти. Очень коварно, коварную передачу подают девчонки. Попадает мяч в поле. Силовой атак произвели. Выходит. Кричит, прям вырывается. Ярость от такого вашего победного гола.